Здравствуйте, меня зовут Денис, я менеджер магазина Forest Gump сети Prof 1 Group. В нашем сегодняшнем обзоре будут ботиночки от немецкого производителя Lowa, модель Z6S. Данный ботинок изготовлен из высококачественной кожи 2-мм и кордуры. Кордура применяется для облегчения ботинка. Подошва данной модели изготовлена, как мы видим, из полиуретана, имеет глубокий протектор и имеет хорошую сцепку с грунтом. Еще есть межподошвенная вставка, которая предназначена для амортизации стопы и хорошо дополняет амортизацию со стелькой. Сейчас я ее достану. Стелька имеет бактериальные свойства, и изнутри она шероховатая. Для того сделано, чтобы лучше выводить влагу из стопы. Подошва изготовлена литьевым методом для крепкости и надежности. Вшита мембрана Gore-Tex, как мы видим, предназначена она для 100% непромокаемости ноги и выводения пара из нее. В данной модели есть перфорация, предназначена для уведения влаги, так же как и Gore-Tex, и вместе оно дополняет Gore-Tex и лучше выводит влагу. Качество изготовления данной модели очень на высоком уровне. Изготовлена в Словакии. Почему в Словакии? Потому что в Словакии находится завод по изготовлению литьевых подошв. Очень качественная прошивка данных материалов, как видно, нету ни одной зацепки, все просто идеально. Очень легко и быстро шнуруется, имеет такие вот кольца. Почему кольца, а не крючки? Для того, чтобы в пересеченной местности меньше цепляться за различные ветки, траву и тому подобное. Данная модель является демисезонной, носить их можно круглый год. Просто их надо дополнять носочками, регулировать. Зимой это будет с утеплителем, летом это будет CoolMax потоотводящий. Данную модель используют рыбаки, туристы, альпинисты и военные. Это качественный немецкий бренд, который пользуется спросом на Украине, у военных, у спецподразделений, у охранных служб. Очень хорошо зарекомендовал себя в зоне АТО. Нету никаких нареканий, только положительные отзывы. Z6S представлена в 4 цветах. Это Dark Coyote, это коричневый, черный, песочный, пустынный и Foliage зеленый. Данную модель вы можете подобрать под различный вид вашего камуфляжа, ну, чтобы он гармонировал. И еще есть похожая модель Z6N, то же самое, только качество материала другое. Здесь идет набук, а здесь замша. Набук отличается от замши то, что за ним проще ухаживать, особенно в плохую пору года, особенно когда это осень, зима, слякоть. То есть их легче протереть, намазать кремом, их не надо так вычищать, как замш. По уходу тут намного проще. У нас представлена еще модель Lowa Z8S. Они отличаются от Lowa Z6S высотой. Все то же самое, та же подошва, все то же самое, Gore-Tex, как мы видим, отличие только по высоте. Высокую модель берут больше военные для тяжелых нагрузок, чтобы не повредить голеностоп, чтобы была крепче схвачена нога. Тоже представлено в 4 цветах, это Coyote новый цвет появился, пустынный. Dark Coyote, и тоже есть вот черный, он идет в набуке. Данная модель стоит чуть больше $200. Высокие стоят в районе $250. И в набуке низкие стоят в набуке где-то дороже будет, чем замш, будет в районе $15 дороже, высокие точно так же, $250 стоит долларов, то есть где-то $265 будет стоить в ноутбуке высокая модель. Да, эта модель не дешевая, но поверьте мне, с таким спросом, как они пользуются, люди берут и за такие цены и остаются довольны, потому что это очень комфортный,
крепкий и надежный ботинок, который не подведет вас ни в какое время года. Я не являюсь счастливым обладателем, поскольку еще не накопил. Приходят покупатели и оставляют только хорошие отзывы. Говорят, что других ботинок просто и носить не будут. То есть по изношению ботинок приходят и покупают ту же модель, потому что очень хорошая. Z6 и Z8 – это отличные ботинки. Приходите к нам в магазины, делайте заказы через интернет-сайт. С вами был Денис. До новых встреч. Пока.